В прямом эфире телеканала «Хабар-24» новости. В студии Марат Ерназар. Здравствуйте. 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане. Из них 7 в столице, 6 в Шымкенте и 5 в Алматы. По 3 факта зафиксировано в Акмолинской, Туркестанской и Атрауской областях. По 2 случая в Жамбылской, Кустанайской, Мангистауской и Павлодарской областях. И 1 в Западно-Казахстанской. Таким образом, на сегодняшний день количество инфицированных в стране достигло 3063 человек. По-прежнему больше всего зараженных в Алматы 924, в Нур-Султане 612, в Кызылординской и области и Шымкенте 187 и 182 случая соответственно. От COVID-19 в республике умерли 25 человек, выздоровели 774. И о хороших новостях. Еще 7 пациентов перевели из реанимации в обычное отделение. Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются. Всего же по Казахстану 50 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение. 2 миллиона рабочих мест можно создать в сфере сельского хозяйства в Казахстане. Об этом в эфире передачи «Круглый стол» заявил бывший премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко. После пандемии ожидает экономический кризис и увеличение безработицы, предупреждают эксперты. Выход из этой ситуации экономисты видят в развитии аграрного сектора. Так Терещенко предлагает имеющиеся у государства средства направить на программу мелиорации. Жителей городов, оставшихся без работы, переселить в села, предоставив жилищные условия и право передачи земель в собственность через 5 лет. Из-за пандемии спрос на продовольствие в мире возрастет, считает экс-премьер. Выгодные для Казахстана рынки сбыта – Китай, Индия, арабские страны и ЕАЭС. Поддерживает такую точку зрения и предприниматель Еркин Татишев. Имея такую базу земли, имея такую базу ресурсов, имея хорошие рынки вокруг, ну, грех не пользоваться. И вот, и на самом деле мы видим, что продукты питания являются самыми устойчивыми с точки зрения ценовой политики. В любом случае флуктуация цен очень низкая, если ее не сравнить ни с нефтью, ни с медью, ни с другими commodities. Поэтому я думаю, что это очень верно. Из-за пандемии многие страны-экспортеры пшеницы закрыли свои рынки и стали подсчитывать, сколько же нужно зерна для своего внутреннего потребления, и начали квотировать свои ресурсы. Неудивительно, что в такой ситуации мировые цены на зерно повысились. Тяжелее всех приходится странам-импортерам. Например, правительству Грузии приходится внедрять программы субсидирования импортеров, чтобы сделать необходимые запасы пшеницы и удержать цены на хлеб. Тему продолжит Юлия Тужилова. Потребительская корзина Грузии на 75% состоит из импортных продуктов. В том числе здесь закупают и зерно, которого страна потребляет в год до 700 тысяч тонн. В условиях пандемии стал актуальным вопрос запасов зерна и муки, а также извечная проблема цены на хлеб. Лишь 10% всего потребляемого в стране зерна местного производства. Остальное завозят из России, Украины, США и Казахстана. Казахи, как мы знаем, ввели метод квотирования. Вначале у них были квоты на экспорт 200 тысяч тонн зерна, 60 тысяч тонн муки. На сегодняшний день квоты увеличились, но исходя из того, что у нас транспортная логистика дороже из Казахстана, на этом этапе мы оттуда зерно пока не покупаем. А вот в прошлом году из Казахстана мы ввезли 80 тысяч тонн зерна, и мы, как всегда, рассматриваем эту страну как перспективный рынок. И хотя казахская пшеница славится своим качеством, все равно пока уступает в цене российской, на долю которой приходится 90% от импорта этого продукта в Грузию. И хотя Россия тоже ввела квоты на экспорт зерна, поставки из этой страны будут продолжены. А также у нас в стране есть двухмесячный запас зерна. Это стабильный запас, который постоянно сохраняется. То есть дефицита зерна и муки в стране не будет. А чтобы помочь компаниям в связи с ростом цен на зерно, а также избежать подорожания хлеба, правительство Грузии утвердило программу субсидирования пшеницы и муки первого сорта общим объемом в 40 тысяч тонн этого продукта. На осуществление этой программы власти планируют потратить около 1 миллиона 700 тысяч долларов. Юлия Тужилкина, Шалва Сурмилашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.
Во Франции после простоя в полтора месяца постепенно возобновляют работу крупные автозаводы. Сообщается, что производство на предприятиях проходит при строгом соблюдении мер предосторожности. Так, все работники компании должны носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. На входе сотрудникам замеряют температуру. Напомню, на сегодня во Франции подтверждено свыше 169 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами стали больше 23 тысяч человек. В ЕС анонсировали новый пакет временных послаблений для европейских банков. Меры помогут увеличить банковские займы на общую сумму 450 миллиардов евро. Это расширит их возможности по кредитованию бизнеса и граждан. В Еврокомиссии надеются, что это поможет европейцам справиться с последствиями пандемии коронавируса. По прогнозам Европейского центробанка, снижение роста экономики стран еврозоны в этом году может составить 15%. Напомню, ранее в ЕС уже приняли программу экстренной помощи объемом в 540 миллиардов евро. Она включает поддержку наиболее пострадавших от пандемии Италии и Испании, а также целевые компенсации работодателям для снижения массовых увольнений. Во время прошлого финансового кризиса нам пришлось поддержать банки. На этот раз мы помогаем банкам, чтобы они поддержали как компании, так и физические лица. Им нужно постоянно поддерживать ликвидность. Такова и цель пакета, который мы сегодня приняли. Облегчение банковского кредитования необходимо для поддержания реальной экономики. Число зараженных COVID-19 в США превысило 1 000 000 человек. Только за минувшие сутки коронавирус подтвердили почти у 12 тысяч американцев. Самая сложная ситуация на сегодня в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано свыше 300 тысяч случаев заражения. На втором месте по числу заболевших Нью-Джерси, порядка 114 тысяч инфицированных. И на третьем месте штат Массачусетс, где подтверждено свыше 56 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Напомню, США на сегодня находится на первом месте в мире по числу зараженных новым типом коронавирусной инфекции. 22 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Китае только за минувшие сутки. Из них 21 завезенный. Уже две недели в Поднебесной нет летальных исходов от коронавируса. На сегодня лечение проходят 647 больных, выписаны более 77 тысяч пациентов. В стране активно ведется разработка вакцины от коронавируса, а также исследования методики лечения инфекции. О ситуации в Китае наш собственный корреспондент Ботагоз Саргабаева. В Китае регистрируются низкие показатели новых случаев заболевания COVID-19. В последнее время наибольшее опасение вызывает провинция Хайлундзян на границе с Россией. В городе Харбин произошло массовое заражение от прибывшей из США гражданки КНР. Она оказалась причиной инфицирования более 80 человек, передают местные СМИ. Из-за допущения такого массового заражения выговор объявили вице-мэру города и другим официальным лицам. В целом, китайские эксперты предупреждают, что коронавирус может стать сезонным заболеванием. Они не исключают возможности возникновения второй волны эпидемии и призывают увеличить охват населения Поднебесной обследованием на COVID-19. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, маловероятно значительное снижение случаев заболевания в летний период. Возможно, масштабная вспышка эпидемии вновь произойдет осенью и зимой, когда люди будут собираться в помещениях с плохой вентиляцией. Продвигается вопрос разработки вакцины. Три препарата уже находятся во второй фазе клинических испытаний. КНР сотрудничает с такими странами, как США, Германия и Англия в исследованиях вакцины от COVID-19. По мнению китайских экспертов, уже в сентябре в экстренных случаях могут прививать особые группы людей. Возможно, к сентябрю у нас будет вакцина для применения в неотложных ситуациях. К примеру, если снова случится вспышка, можно будет использовать вакцину, находящуюся во второй или третьей фазе клинических испытаний, для прививания особых групп, например, медицинских работников. Может быть, для здорового населения вакцина будет готова уже к началу следующего года. Все будет зависеть от хода разработки.
В столице Поднебесной ситуация стабильная. Закрылся госпиталь Сяо Таньшань, который принимал пациентов, прибывших из других стран. К 1 мая, дню трудящихся, здесь откроют дополнительно 40 новых парков, чтобы люди могли провести свои праздничные выходные. Они продлятся 5 дней. Обычно граждане использовали майские праздники для путешествий. В этом году им рекомендуют не выезжать далеко, а также избегать посещения людных мест, носить маски и обрабатывать руки. Жители выбирают для поездок близлежащие достопримечательности и зоны отдыха. Туристические агентства привлекают клиентов низкими ценами на билеты и удобными маршрутами путешествий. Ватагос Сыргабаева, Айгерим Сулейменова, Хабар 24, Китай, Пекин. Сроки окончания пандемии коронавируса рассчитали исследователи из Университета технологий и дизайна в Сингапуре. Они сделали расчеты с помощью искусственного интеллекта, учитывая регрессивные данные из разных стран. Согласно выводам ученых, в США пандемия на 97% закончится к 11 мая. На 4 дня позже в Канаде, в Италии к 7 мая, в Испании и Франции к 3 мая, в Германии к 30 апреля, а в Турции к 15 мая. А вот в Сингапуре еще не прошел пик заболеваемости, считают ученые. Что касается 100% окончания пандемии в мире, то сингапурские ученые предполагают, что это произойдет не раньше декабря. Отмечу, данные по распространению коронавируса обновляются ежедневно, поэтому все сделанные расчеты надо воспринимать только как образовательные и исследовательские. Совет Безопасности ООН провел виртуальное заседание, посвященное участию молодежи в решении проблем мира и безопасности. Свой первый доклад на эту тему представил генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш. Он отметил, что экстремистские группы пытаются воспользоваться нынешним кризисом, оказать влияние на радикализацию среди молодежи. Цитирую, каждый пятый молодой человек не учился и не работал. Каждый четвертый страдает от насилия или конфликта. И каждый год 12 миллионов девочек становятся матерями, в то время как они сами еще дети, сообщил Антонио Гутерриш на заседании Совбеза ООН. Наш мир потрясен пандемией COVID-19. Молодые люди ощущают острое воздействие от потерянных рабочих мест, семейного стресса, психологического состояния. При этом более 1 миллиарда 540 миллионов детей и молодежи не посещают школу. Эти разочарования и, честно говоря, неспособность их устранить теми, кто сегодня находится у власти, способствуют снижению доверия к политическим учреждениям и институтам. В России карантин продлили до 11 мая. Об этом в ходе телевизионного обращения к гражданам сообщил президент страны Владимир Путин. За это время правительству России необходимо проработать план поэтапного выхода из карантина. По словам Владимира Путина, пик заболеваемости в стране еще не пройден. Напомню, число зараженных коронавирусом в России на сегодня превышает 90 тысяч случаев. Жертвами заболевания стали 867 человек. С учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах. Почти 10 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией в Украине. Каждый пятый инфицированный – работник медицинских учреждений. О причинах плачевной статистики в следующем материале. Тряпичные маски, резиновые сапоги и одни перчатки на несколько смен. Врачи многих регионов Украины до сих пор не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты для работы с заболевшими COVID-19. По данным экспертов, каждый пятый зараженный работает в сфере здравоохранения. Сами медики считают одной из причин плачевной статистики проведенную ранее медицинскую реформу. Эта реорганизация не пришлась вовремя. Она привела к сокращению количества лечебных учреждений, к сокращению количества врачей. Фактически наши медработники либо плохо защищены, особенно это было на первых порах. С Аллой Мироненко согласна и стоматолог Валерия Шевченко-Трофанюк. По ее мнению, статус работников сферы здравоохранения нужно поднимать. Много людей пытаются помочь медикам, но за 13 тысяч гривен по Киеву, например, да, семейные врачи, а если это медсестры 3, 4, 5 тысяч гривен, то есть
В долларах это $200 медсестра, в лучшем случае, получает это официально от государства. Поэтому то, что это большой героизм и самоотверженный труд, вот эта ситуация должна научить о том, что самое высоко оплачиваемые профессии должны быть все-таки медициной. В медицину нужно инвестировать, потому что если от ВВП уходит там 3%, а в нормальных странах это 8%. По данным Министерства здравоохранения Украины, в последние годы ощущается острая нехватка медработников. На сегодняшний день в стране требуется 46 тысяч врачей. Ежегодно 6 тысяч специалистов меняют профессию. Меруерт Шукуева, Аида Хадырбай, Петр Борейко, Хабар-24 из Украины. Великобритания получила гуманитарную помощь от властей Камбоджи. Борт со средствами индивидуальной защиты и медикаментами накануне приземлился в аэропорту британского города Кардифф. Сообщается, что всего было получено больше 200 тысяч специальных защитных халатов для медиков. Всего же на этой неделе планируется поставка еще 660 тысяч таких костюмов. Следующий борт с гуманитарной помощью в аэропорту Кардифа ожидают во второй половине недели. Рейс прибудет из китайского Гуанчжоу. Виртуальный скотный рынок становится все более популярным в Кыргызстане. Продать или купить домашнюю скотину можно, не выходя из дома. Карантин усложнил торговлю, но остановить ее не смог. Открываем в мобильном телефоне виртуальный мессенджер, по сути, любой из самых популярных. Находим группу под названием «Скотный рынок». Нужно сказать, что они делятся регионально. Находим самую ближайшую к нам группу, предположим, «Скотный рынок Бишкека». Заходим в нее, и вот мы видим в телефоне все предложения по продаже домашнего скота. Коровы, лошади, бараны, овцы, козы и даже домашняя птица. Предложения есть разные, причем как по виду животных, так и по цене. От самых доступных до элитных. После введения чрезвычайного положения все рынки закрыты на карантин. Но торговля, которая сначала замерла, стала понемногу оживать. Теперь уже в онлайн-режиме. Онлайн-малбазар. Купил вот этого теленка через онлайн-базар. По видео мне показали, как он выглядит. Меня устроило. Как начался карантин, все рынки закрыли. Хорошо, что есть такая возможность купить домашний скот. Сделки осуществляются по телефону. Видеоформат нужен, чтобы увидеть животное, письменный чат, чтобы договориться о цене. Покупку доставят прямо на дом. Власти идут навстречу крестьянам, особых ограничений по перемещению домашнего скота во время карантина нет. Но сделать это можно только если покупатель и продавец живут в одной области, а лучше районе или селе. На днях в местных СМИ была опубликована информация о том, что породистый баран был продан из Кыргызстана в Казахстан за $7000. В государственной пограничной службе говорят, что даже если деньги и были заплачены, перемещение скота через границу пока запрещено. Все торговые операции производятся внутри области. Вместе с тем, начиная с того дня, как были введены чрезвычайные ситуации и чрезвычайное положение на отдельной территории Кыргызской Республики, провоз крупнорогатого и мелкорогатого скота через государственную границу из Кыргызской Республики в Республику Казахстан не производился. До недавнего времени онлайн-торговля была популярной только в крупных городах. Заводчики дорогих пород скакунов и элитных баранов, например, гиссарской породы, ведут бизнес в том числе и в электронной форме. После введения карантина онлайн-торговля домашними животными стала популярной даже в селах страны. Бакы Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Мы прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Мы продолжаем выпуск. В Бразилии разгораются страсти вокруг президента страны Жаира Болсонару. Половина граждан желает его отставки, а другая нет. Скандал вокруг бразильского лидера начался с отставки популярного в стране министра юстиции Серхио Моро, который обвинил президента в попытке вмешаться в полицейское расследование о его родственниках. В свою очередь, Болсонару ответил, что все обвинения не обоснованы. Тем не менее, бразильянцы недовольны противоречивыми действиями президента по сдерживанию коронавирусной эпидемии. Я думаю, он должен уйти. Сейчас у нас тяжелые времена, но все же считаю, его отставка будет правильной, потому что он совершенно неподготовленный президент.
В канадской провинции Альберта произошло самое сильное половодье за последние 100 лет. Из-за этого из местного городка эвакуировали примерно 12 тысяч жителей. В рамках эвакуации проведено более 200 спасательных операций. Также в регионе затоплены некоторые нефтяные месторождения. Как минимум 40 человек погибли в результате теракта на северо-западе Сирии. Среди погибших 11 детей. Сообщается также, что порядка 47 мирных жителей получили ранения. Инцидент произошел в городе Африн. Бензовоз, начиненный взрывчатым веществом, сдетонировал на территории местного рынка. Известно, что среди жертв и пострадавших в результате атаки также есть и военнослужащие. В теракте Турция обвинила курдские вооруженные формирования. В Кызылорде задержан наркосбытчик, который прятал марихуану у себя на работе и дома. 47-летний житель Щиелинского района задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что упакованные дозы мужчина сбывал по 2000 тенге. Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью изъяли 14 готовых к употреблению свертков у него на работе. Еще 12 обнаружили во дворе дома, где он проживал. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. 60 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции в Акмолинской области. 35 из них – подопечные центра оказания специальных услуг «Шапогат» Целиноградского района. Их уже выписали из больниц, но прежде у них дважды взяли анализы на COVID-19. Результаты были отрицательными. Одной из выздоровевших на днях исполнится 100 лет. Это самая пожилая пациентка в стране. Напомню, трое подопечных из этого учреждения скончались от коронавируса. Свыше 200 контактных лиц врачи изолировали в стационары, у всех взяли анализы. Совместными усилиями медикам удалось предотвратить распространение коронавируса. Буквально накануне из стационаров области выписали 25 подопечных центра. За состоянием их здоровья медработники продолжат следить. 10 пациентов еще получают лечение. Их состояние здоровья удовлетворительное. Врачи оценивают... Виртуальный консилиум для врачей запустили в Карагандинской области. Более 20 узких специалистов дают рекомендации пациентам в режиме онлайн. Дистанционный медицинский центр открылся в Караганде, но консультации могут получить все жители региона. Нужно всего лишь записаться к своему участковому врачу по номеру. Затем он направит пациента к нужному специалисту. Отмечу, за время карантина медики области провели больше 35 тысяч дистанционных консультаций. Кардиолог, нейрохирург, невропатолог, детский невропатолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. То есть вот эти специалисты, которые действительно всегда очень востребованы. Плюс, несмотря на то, что есть вот пул этих врачей, 22 человека, также наши областные центры, да, то есть областные консультативные центры, они также тоже работают по удаленно. И то есть к ним также могут поликлиники записать пациентов. Порядка 400 полицейских, обеспечивающих безопасность на блокпостах Актюбинской области, вот уже месяц не видели родных. Вместе с представителями Департамента обороны и медиками они делают все возможное, чтобы не допустить массового распространения коронавируса в регионе. Айсулу Махмутова продолжит тему. Десятки машин и сотни потенциально зараженных пассажиров встречает в день команда блокпоста за поселком Маржан-Булах. На одном из самых загруженных участков дежурят более 30 специалистов. И если медики и военные после смены отправляются домой, то сотрудники внутренних дел остаются на службе круглосуточно. Проживают они в специальных вагончиках, стараются соблюдать все меры безопасности. В свободное время звонят родным. Месяц уже дома нас нет. Все, ну как люди, скучаем по семье, по родным. Связываемся, звоним по телефону к ним, интересуемся. Они нас поддерживают, самое главное. Переживают, конечно. Ну, как у человека, наверное, у любого страх-то есть. Но нас поставили сюда, чтобы не бояться же, а исполнять свой государственный долг.
Вдали от своей семьи с начала апреля находится и инспектор службы патрульной полиции Адельбек Баймаханов. Дома полицейского ждут супруга и трое детей. Они понимают, выходить из дома без крайней необходимости нельзя. И надеются, что совсем скоро папа будет рядом. В общей сложности на блокпостах Актюбинской области сегодня трудятся около 400 сотрудников внутренних дел. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты, питанием и медикаментами. 82% личного состава департамента сдали анализы на коронавирус. Результаты у всех отрицательные. С момента введения карантина они не меняются. Здесь же несут службу, здесь же отдыхают. Длительное время не были дома, не видели семьи, детей. И здесь они тоже правильно, с пониманием относятся. До 11 мая, как вы знаете, режим чрезвычайного положения продлен. В дальнейшем, в зависимости от ситуации, от обстановки, какие будут указания, там уже видно будет. С начала введения в регионе ограничительных мер на таких объектах пресечено 78 правонарушений. Граждане, пытавшиеся объехать блокпосты незаконно, понесли ответственность. Айсулу Махмутова, Булат Мулдагалиев, Актобе, Хабар 24. Столичным дачникам, а это больше 20 тысяч человек, разрешили ездить в загородные дома, которые расположены в пределах карантинной зоны. Попасть на свои участки они смогут с 6 утра до 8 часов вечера. Новое послабление вступило в силу 27 апреля. Теперь садоводы смогут привести в порядок свои огороды, заняться рассадой и начать посадку саженцев. Клубнику посадили, редиску посадили, лук, петрушку, как бы еще вот много работы, помидоры, огурцы будем сажать. Садовод-любитель Дмитрий переживал, что из-за карантина пропустит сезон посадки овощей и ягод. Всей семьей они живут в центре столицы. Дачу как отдушину держат второй год. Теперь вот хоть приехали на дачу, хоть вот немножко поработать, то столько времени потеряли. Такая погода хорошая, а мы дома сидим. Переживали, что сезон начался, а мы ничего не сделали. Это потом бы просто не успели бы ничего. По хозяйству Дмитрию помогает его супруга. Вот уже третий день вместе они приводят в порядок свой дачный уголок. Она рада, что карантин не помешает получить хороший урожай. Ведь овощи, выращенные своими руками, гораздо вкуснее покупных. Но, как оказалось, это не единственный плюс. Дети счастливы. Играют целый день на улице. Так все время были в квартире, даже на площадку нельзя было выйти. Карина, тебе нравится на даче? Да. Ну, в общем, вот работаем потихоньку. Начинаем все садить. Попасть на дачу можно без проблем. Главное иметь при себе документы, подтверждающие наличие у вас загородного домика. Правда, находиться здесь можно исключительно в составе своей семьи. Устраивать пикники, приглашать гостей и соседей пока запрещено. Власти также просят воздержаться от поездок на садоводческие участки пожилых людей старше 65 лет. Для их же безопасности. К слову, передвигаться в пределах карантинной зоны разрешено с 6 утра до 8 вечера. Добраться до дачного массива можно на личном авто, либо на такси. Сабина Балашкина, Аян Сарсимбаев, Хабар 24. О развитии событий в стране и мире узнавайте в наших следующих выпусках. Всего доброго и до встречи.